Смотрите в среду в программе «Процесс». Российско-американские отношения натянуты как струна. Вашингтон обвиняет нас в нарушении договора по ракетам средней и малой дальности. И кроме того, был опасный инцидент между нашими самолетами в небе над Сирией. У России свои ценности. Мы их отстаивали и будем отстаивать всегда. Пусть они расходуют средства на войну со своими призраками. «Процесс» в среду в 21:35.